Нас, говорит, бабушка учила. Вот что не происходит, все хорошо. Но она рассказала удивительную совершенно историю, то есть как, в общем, там произошел пожар в деревне, то есть там горели дома, 38 домов там сгорело, вот она как бабушка выносила детей, никто не пострадал, но их мама в этот момент была в роддоме. Ну, естественно, роженицы строго-настрого сказали, что папа, как дела, все хорошо, но родные и близкие, естественно, рассказали, что сгорела вся деревня дотла, в общем, все рассказали. Будущая роженица, все хорошие новости. Приходит ее муж, она так у него, ну что, дом сгорел? Сгорел. А сарай? Сгорел. А баня? Сгорела. А дрова? Сгорели. А все? Все живы. Ну и хорошо. То есть, что бы ни произошло, вот это самое главное, говорит, все хорошо. То есть, вот опоздали, говорит, на поезд, хорошо, значит, не надо. Вот пришло у нас сегодня столько человек, очень хорошо, замечательно. Пианино вот западное, прекрасное пианино, ну что там еще? Я, кстати говоря, всех очень благодарю, кто ходит ко мне на передачи в интернет. Я дал первый свой интернет в прямом эфире. И знаете, что я сделал? Я мастер искусственного дефицита. Я одну кнопку забыл. Я всех пригласил. Но я забыл включить кнопку, что допущено все. То есть я запретил всем вход. Я так радостно играл. Смотрю, у меня на конце 5 минут до конца концерта у меня появляется, а играю, я вижу ноль. Ну а как премия говорит нам? Хорошо, ноль, ну никто не смотрит, ну хорошо, ну играю, как говорится, от сердца к сердцу, потом посмотрят, потомки, найдут нашу цивилизацию, эту запись, порадуются. За 5 минут, например, меня подключают и пишут письмо, говорят, ну ты, говорит, когда, если всех пригласил, ну ты хотя бы, ну знаете, ну включи вот эту кнопочку, то что все. Все хорошо, я, вон, мне не дадут соврать, я диски продавал у Синельника. Вот. У нас, кстати, сегодня мероприятие, это, как говорится, такое для души, поэтому диск с собой не прихватил. А на дисках все было хорошо, только музыка не записалась. То есть это были диски тишины. Мне Синельников говорит, меня, говорит, потрясло, как тебя, говорит, любят люди. То есть они, говорит, покупают диски «Тишина» от Баюна и благодарят. То есть я переплюнул всех, наверное, музыкантов мира. То есть продавать диски тишиной, причем, знаете, не дешево, а что, кому легко. И люди благодарят, вы понимаете? То есть все хорошо, но что диск, ну, пустой, что значит, вот надо, ну, немножко услышать что-то. То есть, понимаете, вот все хорошо.